начала года у нас произошло 35 происшествий, погибло 22 человека. Идет значительное снижение в сравнении с прошлым годом, с аналогичным. В прошлом году у нас было 64 происшествия, утонуло у нас 47 человек. Но это не успокаивающая статистика, потому что погода в этом году, конечно, подвела, и поэтому, конечно, некоторая масса людей все-таки на водоемы не выходит. Но, несмотря на это, все-таки люди ухватывают какие-то либо большие дни, небольшие денечки, солнечные, и выходят на водоем, нарушают правила безопасности и правила эксплуатации судов. Вот из всех погибших 22 человек, 11 человек погибли именно при нарушении эксплуатации маломерного судна. Из 22 погибших это двое деток. Оба погибли ребенка в июне месяце, когда начались детские каникулы. Основная, конечно, причина гибели детей – это недосмотр родителей. Дети ушли на каникулы, родители работают, дети предоставлены сами себе. Так в Тарновском районе утонула девочка, она была предоставлена сама себе, гуляла с такими же девочками 8-9-10 лет, хотела показать, что она действительно умеет плавать, что она не боится воды, подошла близко к воде, оступилась и упала в воду. Справиться с сильным течением она уже не смогла. Девочку искали почти 2 недели, 13 дней, только спустя 13 дней ее нашли, тело ее подняли. А в Сямженском районе ребенок, мальчик, приехал на каникулы к бабушке, сам был занят собой, ездил, катался на велосипеде, подъехал к водоему в месте брода, где брод осуществляется, и тоже не справился с управлением, упал с велосипеда, упал в воду и не смог уже справиться с течением и тоже затонул. Основные правила нарушения, которые у нас выявлены были государственной инспекцией по маломерным судам, это, конечно, 33%, было выявлено 283 нарушения, 33% из которых это отсутствие спасательных жилетов. Мы ведем профилактическую работу и беседуем и с рыбаками, беседуем с любителями, туристами, которые отдыхают на берегах наших водоемов. Несмотря на такую холодную погоду, но люди все равно выбираются на водоемах. Но все-таки, тем не менее, и люди, выходя на лодках на водоем, не одевают спасательные жилеты. Другие еще большое очень нарушение – это именно эксплуатация судов, технически неисправных. В основном ведь происшествия, которые произошли на маломерных судах, они были все на маломерных судах, которые не зарегистрированы Государственной инспекцией по маломерным судам. Либо они не подлежали регистрации, либо они просто не регистрировались. И, соответственно, у них не было проведено свидетельствование и не было дано исключение о пригодности судна к эксплуатации. Нарушается пассажировместимость судов. Очень показательный пример как раз случился в Челябинской области, где на маленький Амур, четырехместную лодку, поместилось 9 человек, что привело к такой гибели. 7 человек погибли, все были лица были без одетых жилетов.